Стражи дорожного правопорядка вышли в рейд, дабы поймать и обезвредить хмельных водителей. Казалось бы, ведь каждые выходные сотрудники ГИБДД усиливают контроль на дорогах города. И все равно находятся смельчаки, севшие за руль, предварительно приняв на грудь. За 3 дня было выявлено 70 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. В Пронском районе был выявлен факт наркотического опьянения водителя. Вообще, с начала года в нашей области уже выявлено 738 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. И ладно бы любители выпить, свою жизнь опасности подвергали. Так ведь гоняют по городу, буквально по приборам, видя мир, так сказать, в расфокусе. Тут о реакции и говорить нечего. С такой же регулярностью проводят дорожные полицейские рейды по выяснению отношений между 2 категориями людей – пешеходами и водителями. Начнем с того, что культура вождения у нас в городе оставляет желать лучшего – это аксиома. Однако уступить дорогу человеку на пешеходном переходе – не только дань культуре. Прежде всего, этого требуют правила дорожного движения. Скажите, пожалуйста, вот когда ездите на пешеходных переходах, всегда пешеходов пропускаете? Всегда. Стараюсь всегда пропускать. Пропускаю всегда пешеходов, потому что сам часто бываю пешеходом. Если не пропустить, то это чревато тем, что и сам неприятный, и человеку доставишь какие-то неприятности. Но не все водители соблюдают это простое правило. Для выявления и профилактики подобных нарушений ГИБДД региона регулярно проводят рейд пешеход. С начала года и на сегодняшний день зарегистрировано уже 90 наездов на пешеходов, в результате которых 11 человек погибли и 85 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких происшествий увеличилось более чем на 42%. Но и сами пешеходы частенько нарушают правила движения и переходят дорогу в неустановленном месте, провоцируя тем самым дорожно-транспортные происшествия. Всегда смотрите по сторонам, когда дорогу переходите? Конечно. Чаще всего. Ага. А водители пропускают? Здесь да. 70%. Всегда в положенных местах дорогу переходите? Конечно. А водители уступают дорогу? Не всегда. Таким образом, торжествует, как всегда, банальная истина. Есть правила, и их надо соблюдать. Однако, как говорили мудрецы древности, почему-то труднее всего заставить людей жить по простым правилам.